И когда мы приехали туда, нам сказали, что вот здесь вы будете жить. Там сразу повели нас по баракам. Было 4 барака. Они такие новенькие еще были, доски и каркасно-засыпные. Нам так понравилось, плита есть. И на плите мы сразу начали, там тыква, росли тыквы. Нам дали тыквы, мы положили прямо на плиту, знаете, это на металлический корпус положили, поели немного. Вот. Ну и в результате, конечно, мы остались там вот жить, в этом Приволжье. Нас кормили по списку, давали побольше тут еды, давали растительного масла, давали селедки, давали хлеба. Ну, не помню, сколько так, по кусочку. Ну, в общем, давали. Что давали, то давали. Ну, там, как мы увидели рынок, думаем, о-о-о, денег дадут, так мы тут будем жить богато. А денег-то давали на заводе очень мало. Мы не ели, конечно, мясо. Мы этого не видели, ничего. Но хлеб был, и картошки не было. Там картошка почти не росла, видимо, только для хозяйских домов. Но все равно голода не было. Этого я не переживала и не знаю. Мы варили тыкву, мы жарили тыкву, мы пекли ее прямо на плите, но мы голодные не были. Нет, этого нельзя сказать. Мало было, что картошка, мы же привыкли на севере картошечку есть. А там не было, но во всяком случае, нет, я считаю, что там голода не было.